И всем привет, с вами Александр Навас, а сегодня мы открываем опять же кейсы. Сегодня я открываю капсулу Катавица 2014 Легендс. Я не знаю, из прошлого видеоролика я просто посмотрел, сколько стоит голографическая Virtus Pro стикер, который мне выпал из прошлого видеоролика. Это был просто пипец. Мне выпала Virtus Pro Катавица 2014, которая стоит вообще дорого. Ну ладно. Сегодня, короче, мы открываем. Эта капсула немного подешевле, но все же ладно. Давайте начинаем. Так, что из этого у меня выпадет, то и будет. Ну, в принципе, ладно, нормально. Тоже 10 кейсов открываем. Это первый был. Это второй кейс сейчас будет. Второй кейс. Я просто хочу проверить тактику здесь, потому что то, что я выиграл, это 79к стоит, ребят, просто. Третий кейс. 79 тысяч, ребят. Virtus Pro Katowice 2014. В прошлом видеоролике выпало мне голографическое, ребят. 79 тысяч рублей. Это просто пипец. Третий был. Четвертый. Но пока что ничего особенного. А четвертый кейс. Давайте. Тоже нормально. Пятый кейс. Я тоже хочу вот так вот, чтобы было там. Пятый кейс. Пятый кейс! Да ладно! Да ладно! О! Пятый кейс! Охренеть! Скилл! Фойл! Катавица 2014! Охренеть! Охренеть! С пятого кейса! Ребят, пятый кейс! Открываю, короче, выпадает SL скилл! Фойл! Катавица! Охренеть! Просто с пятого кейса! Все, я не знаю, я теперь постоянно здесь буду играть. Сайт просто вот этот Steam кейс, это, ребят, я вам советую, ребят, реально. Охренеть, с пятого кейса Катавица 2000. Охренеть! Такая дорогая. Ладно, все, давайте шестой тогда. Пожалуйста, пусть мне еще раз повезет так же сейчас. Давай. Шестой кейс. Шестой кейс, давай. Нет, ну не особо, ладно. Седьмой кейс. Меня уже все равно, я все равно уже офигеть как выиграл сейчас, я не знаю, что будет. Еще раз! Еще раз! Еще раз она выпала! Она мне еще раз выпала! Что такое? У меня теперь две стикеры Катавицы! Как так? Седьмого кейса? Или я уже сбил? Подождите, сколько я открыл уже, я просто не знаю. Блин, я не знаю. Сколько я кейсов-то открыл уже? Семь, что ли? Еще раз! Охренеть! Я не знаю, это надо заскринить куда-нибудь, я не знаю. Это просто надо заскринить как-нибудь. Я это просто заскриню куда-нибудь. Это пипец, ребят. Это, ребят, пипец какой-то. Я сейчас заскриню. Все, разошли друзьям, ребят, второй раз выпала Катавица, ребят. Я не знаю, какой раз, я уже все, мне уже все равно. Пусть будет, ладно, восьмой раз, три раза осталось, давайте. Я, если честно, я не знаю, седьмой раз сейчас мы будем открывать. Пофиг. С восьмого, ладно, восьмой кейс, ребят. Две Катавицы, охренеть. Восьмой кейс мне. Ладно. Если даже пропустили, там пофиг, все равно окупились. Две Катавицы было. Охренеть. Девятый кейс. Девятый кейс. Сейчас посмотрим, что выпадет. Девятый кейс. Ну, выпадает какая-то просто. Ну, конечно, крутые вещи, но это все равно дешевка какая-то. Не окупился.
И последний кейс. Пожалуйста. Пусть мне выпадет что-нибудь крутое из последнего 10-го кейса. Я не знаю, или с 9-го, или с 10-го. Я уже мне все равно. Мне две катавицы просто пипец. 10-й, давайте. 10-й кейс. Что мне из него выпадет? Это просто будет пипец. Пожалуйста. Нет. Ну ладно, это тоже крутая вещь. Это то... Охренеть. Ладно. Это все равно круто, ребята. На этом мы давайте закончим наш видеоролик. Да, блин. Да ладно, давайте еще раз. Давайте еще два кейса откроем, пожалуйста. Я хочу вот... Интересно, вот у меня есть пока что баланс? Я не знаю, я хочу открыть. Еще один просто. Ни хрена просто. Я не окупился, ладно. Давай, последний. Пожалуйста. Пожалуйста, пусть он дорого стоит просто. Ну, нормально, все. Ладно. Ребят, всем спасибо за просмотр. С вами Александр Навасов. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Навасов. Ребята, меня выпало, я не знаю, сколько она стоит, я сейчас посмотрю. ECL School... Ой, просто... Катавица 2014. Два раза мне выпало. Сейчас посмотрим, сколько она стоит, в общем... Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Навасов, пишите комментарии под видео, всем удачи и всем пока.